Елбасы Нұрсултан Назарбаев NHK телерадио хабарлар тарату корпорациясымен Киода Цуси ақпарат агенттігіне сұхбат берді. Әңгіме барысында Қазақстан президенті еліміздің ядролық қаруды таратпау және қарусыздану саласындағы жұмсаған күш-жігеріне байланысты сауалдарға жауап беріп, ядролық арсеналдан бас тарту туралы шешім қабылдауға әсер еткен себептер жөнінде айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қазақстан мен Жапонияның өзара іс-қимылының соның ішінде ядролық қарусыздану саласындағы ынтымақтастықтың перспективаларын атап өтті. Бұдан бөлек елбасы өңірлік геосаяси үдерістердегі республикамыздың рөлі және еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы әңгімеледі. NHK телерадио хабарлар тарату корпорациясы мен Киода Цусин ақпарат агенттігі Жапониядағы және жаһандық ақпарат кеңістіктегі жетекші бұқаралық ақпарат құралдары болып саналады. Егер Қазақстан ядролық қарудан бас тартпағанда, АҚШ және Ресей секілді ядролық держава мәртебесін иеленуге мүмкіндігі болар меді? Ядролық қарудан бас тартуға не себеп болды? Кроме ядерного полигона, на территории Казахстана были размещены баллистические межконтинентальные ракеты большой дальности, очень современные. На 110 этих ракетах на каждом было по 10 боеголовок. Естественно, они были нацелены против вероятного противника Советского Союза. За это западные страны, включая Соединенные Штаты Америки и государств НАТО. Когда развалился Советский Союз, это все стало собственностью Казахстана. Естественно. Мы были молодое государство. У нас был ужасный кризис. Развалилась одна страна. Мы стали оторванными, оборвались экономические связи, человеческие связи. У государства денег нет. Все собственность государственная. Надо было вести быструю приватизацию, восстановить экономику, получить поддержку мирового сообщества, в том числе финансовую. Мы этим занимались. А что касается этих ядерных ракет и арсенала, они, наоборот, от нас отталкивали бы. Но мы бы стали изгоями, как другие государства, которые мы знаем. Например, Северная Корея. То есть я знал, что наличие ядерной бомбы у государства сегодня это не является гарантией его защиты. Потому что таких бомб в мире 7 тысяч сейчас. Да, и на каждую твою ракету будет направлено 2 ракеты, 3. То есть территория будет уничтожена на случай войны. Я считаю, Казахстан, который закрыл полигон, отказался от ядерного оружия. Он помог всему человечеству вздохнуть с облегчением. Представляете, столько оружия в таком государстве. Это могло бы попасть в руки любого человека. Сегодня я президент, может быть, другой президент. С каким настроением кто придет и что будет с моей страной? И какого будет отношение? Поэтому мы приняли взвешенное решение убрать ракеты. Я считаю, что мы правильно поступили. Елбасының NHK телерадио хабарлар тарату корпорациясы мен Киода Цусин ақпарат агенттігіне берген сұхбатының толық нұсқасын арнамыздан ертең 21:40-та көре аласыздар.